Знаками милицию попрошу всех на сцену. Продолжай репетицию. Продолжаем репетицию, попрошу всех на сцену. Где курьер? Где вы? Где курьер? Где вы? Все, Жульен, с чего мы начнем? Начнем с того, где моя жена. Дело в том, что я обошел буквально весь театр. Я поднимался в гримерный второго этажа, я был даже в подвале. Стало быть, я не могу репетировать. Может быть, вы пока побеседуете с новой гувернанткой? Подошла девушка по объявлению. Ну что ж, раз я не могу репетировать, хорошо, я побеседую с гувернанткой. Мадемуазель Маурин. Добрый день. Добрый день. Я должен вас сразу предупредить, у меня двое детей. Я люблю всех детей. О, широко берете. Я люблю своих, и с меня достаточно. Так вот, мои дети очень трудные дети. Я люблю трудности. Прекрасно, они у вас будут. Да вы садитесь. Одно непременное условие, ни в коем случае не будить мою жену по утрам. Все проблемы решайте сами. Я люблю проблемы. Чудесно. В таком случае, нет ли у вас знакомой кухарки? Нет. Жаль. Дело в том, что наша кухарка вчера ушла от нас. Она прожила у нас 2 недели, мы стали считать уже ее членом семьи. Вот, вероятно, это и нанесло ей удар. А кто же будет готовить в доме? Не знаю, но, естественно, не моя жена. Ну, я гувернантка и... Но дети едят. И это один из их многих недостатков. Пожалуй, у нас с вами ничего не получится. Боюсь, что да. Вы были очаровательны, мадемуазель. Мне остается только поблагодарить вас. Фисар! Где актеры? Я везде ищу, я везде. Мадам Аглай! А что же вы будете сегодня есть? У моего помощника всегда найдется для меня лишнее яйцо. А у вас что, нет денег? Нет, последний за такси отдал. А что же вы собираетесь жить? Если спектакль хорошо пройдет, у меня будут деньги. А если не пройдет? Слушайте, мадемуазель, не принимайте все это так близко к сердцу. Тем более вы приняли благоразумное решение, отказавшись от места. Извините, я должен репетировать. Фисар, пригласи Аглаю и этого, Амброзий. Да, вот именно. Этот болван до сих пор не знает текста, придется подсказывать. Никак не могу понять, почему моя жена влюблена в него. Я останусь. Нет. Моя жена не выносит посторонних на репетиции. Нет, я останусь у вас в качестве гувернантки. И вы влюблены в меня. Я? С какой стати? По какому праву? Не надо возмущаться. Не надо возмущаться, мадемуазель. Все женщины, которые меня не знают, всегда влюблены в меня. А вот которые знают, нет. В частности, моя жена. Я остаюсь. Вы разочаруетесь. Я остаюсь. Ну что ж, не стану вас отговаривать, поскольку живу в основном за счет привязанностей. Кстати, какое жалование вы хотите получать? Мне кажется, что в данной ситуации это вопрос риторический. Однако вы остроумны. Ну хорошо, вернемся к этому вопросу после премьеры. А что, собственно, я должна делать? Сейчас вы отведете детей домой, заставите их пообедать и лечь спать. А то они все время болтаются в театре. А уж я-то знаю, как это вредно. А как я могу их найти? А где-нибудь там в углу дрыгают ногами.
Скажите им, кто вы, возьмите крепко за руки, тащите домой. Адрес они вам скажут. Хорошо. Кстати, деньги у вас какие-нибудь есть? Да. Да. Конечно. Правда, здесь не так много, но... Прекрасно. Вот вам деньги. Купите им что-нибудь поесть. Писание могу начинать? Я не могу. Когда я шла сюда, то я была уверена, что у вас прочное положение, дом с садом, 4 телефона, как пишут в газетах. А вот. Вот. Мой дом и мой сад. Но все это, мадемуазель, так же непостоянно, как и в жизни. Гаснет свет, исчезают декорации, и вы оказываетесь на голой сцене. А я вас часто видела на сцене. Да? Да. Ну и как? Вы знаете, это было великолепно. Нет, мадемуазель, я неплохой режиссер. Ну, я посредственный актер. Вы еще измените обо мне свое мнение. Маленькая идиотка. Меня еще никто никогда в жизни не называл идиоткой. Ну вот назвал. Ничего страшного не случилось. Фисар! Да, извините, мадемуазель, я должен идти. Спасите меня. Девочка, мне это так необходимо. А если я полюблю вас? Ну, это будет для вас неплохим занятием. Хорошо, я спасу вас и воспитаю ваших детей. Мои дети, они извели уже 5 англичанок, 2 немок, и, право, я даже не помню, сколько старых французских дам. Я ирландка. Да. Этого они еще не пробовали. Может быть, им понравится. Когда я хочу чего-нибудь, я этого всегда добиваюсь. А для начала добейте, чтобы они умылись. Я добьюсь, потому что вы мне нравитесь. Тут уже 5 лет, как у меня в комнате висит ваша фотография. Когда я увидела ваше объявление в газете, то я оставила прекрасное место консула Гватемалы. А между прочим, у него-то настоящий дом, настоящий сад. Хорошо, хорошо, вы мне потом расскажете про консула. А теперь, пожалуйста, найдите детей. Или возьмите такси, дети не знают, как проехать в метро. Эй, голову осторожно! Какая девочка, бедра, ямочки, рот. Дьяглая, где моя жена? Вот она, мсью. Где ты была? В своей гримерной. Не было тебя в гримерной? Тебя там искали? Может быть, плохо искали? А где этот, как его? Амброзий! Да-да-да, вот именно, вот именно. А где он? Я не представлен к нему. А он к тебе? Да, была с ним. Ну и что? Мы пластинки слушали. Американский джаз. Танцевали. Ну ты же не приглашаешь меня на балы? Хотя нет, как же. Мы с тобой танцевали. 2 раза. За 10 лет. А если меня приглашал кто-нибудь другой, ты начинал беситься. Да, представь себе, мне не нравилось видеть тебя в чужих объятиях. К тому же я плохо танцую. Я заметил. А, моими балами были балы в моих спектаклях. Вся моя жизнь прошла вот в этих кулисах. Ты любишь этого парня? Нет. Нет. Ну что ж. А вот и все, вроде. Все в порядке. Можем продолжать репетицию. Все по местам, все амбруази! Ну что ж, займите свои места, продолжаем репетицию. Все по местам, приготовились. Вспомните все, что я говорил. Прошу. Фисар, пожалуйста, свет. Свет! Звук! Звук!
Внимание! Начали! Я понимаю, вы в трудном положении, месье... Абрози! Вот именно, вот именно. Не ваша вина, что вы не знаете текст всего недели, я понимаю, но, простите, это не значит, что у вас должен быть отсутствующий вид и глаза жареного судака. Молодой человек, видите ли, в театре существует один единственный секрет. Мне потребовалось немало времени, чтобы узнать его. Не волнуйся, не волнуйся. Это не должно быть. Так вот. Один единственный секрет. Это ситуация. Вот если актер ощущает эту ситуацию и сознанием, и чувством, и всей своей природой. Это передается зрителю. Зритель замирает, наступает тишина. Такой тишины даже в лесу не бывает. Ведь вас влечет к этой женщине. Я имею в виду вашего персонажа. Александра. И вы чувствуете, что она тоже к вам. Не безразлично, да? Ну, вы чувствуете это? Вот она, ситуация, взаимное влечение, а потом уже слова, характеры, образы. Так, пожалуйста, момент, когда Мария Александровна подходит к дому. Начали! Снег, не опаздывайте, ближе к центру. Писар, в чем дело? Так, чудно. Текст, пожалуйста. А вы сегодня немножко не в духе? Моя младшая дочь больна. А когда болеют мои девочки, мною владеет тревога. Меня мучает совесть за то, что не такая мать. Ой, если бы видели ее сегодня, что за ничтожество. Мы начали брониться... 7 часов утра, в 9 я хлопнул дверью и ушел. Я никогда не говорю об этом. Да. Я никогда не говорю об этом. И странно, жалуюсь только вам одной. Не сердитесь на меня, ведь кроме вас у меня никого нет. Вы слышите, какой ветер? Знаете, незадолго до смерти отца у нас гудело в трубе. Вот точно как сейчас. Вы с предрассудками? Да, я с предрассудками. Странно. Вы великолепная, чудная женщина. Великолепная, чудная. Здесь темно, но я вижу, как блестят ваши глаза. Я люблю. Ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся. Чудные. Нет, это никуда не годится. Это же признание. Сумасшедшее признание! Что же он как бухгалтер? Перечислять ее достоинства. Великолепные, чудные глаза, движения. Пожалуйста, еще раз с этого же места. Я жду! Великолепная! Чудная женщина! Стоп! Но это и не романтический герой. Это же не Сирано. Это совсем другой человек. Вот если бы вы прошли всю пьесу до конца, а не ограничились текстом роли. Кстати, текст вы обязаны знать. Вы уже целую неделю репетируете. Вот тогда бы вы поняли, что это русский мужик, который обременен детьми, которому осточертела его жена, в котором проснулась. Господи, он сам себе боится признаться в том, что в нем проснулось. Он, как всякий русский, знаете, он долго запрягает, но потом... Потом его несет! Конечно,
очень важно сохранить чувство меры. Ибо всякое нарушение меры изменяет назначению актерской игры, цель, которая во все времена была и будет держать, так сказать, зеркало перед природой. Кстати, кто сказал эти слова? Шекспир. А имя персонажа? Гамлет, принц датский. Это же Гамлет сказал. Что ж ты его дурака-то делаешь? Он ведь замечательно играл сейчас. Да, ты права, ему не хватает жизненного опыта. Но вам должно доставать творческого воображения. Ты великолепна. Ты чудная женщина. Здесь темно. Убери свет! Свет убрали! Здесь спасибо. Темно. Но я вижу, как блестят твои глаза. Я люблю, люблю твои глаза. Я люблю твои движения, которые мне снятся. Чудная, великолепная. Пусти, пусти, я устала, я не буду репетировать. Отложи репетицию на час. Ты отвратительно играл. Свет на сцену! Свет! Хорошо. Идите пить кофе. Через полчаса продолжим. Перерыв 25 минут. Но ты можешь играть очень хорошо. Искренности? Мне не хватает искренности. Это Рома, твоя жена, пусть она играла хорошо. И все будут сравнивать меня с ней. Жюльен. Жюльен, мне стыдно. Ну пойми, мне стыдно. Мне тяжело и стыдно. Вот я не буду играть. Отложи премьеру. Я не могу откладывать. Ты знаешь, в каком положении театра я связан договором? Да ты... Ты всю жизнь думал только о себе. Я, мой театр. Я люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся. Да тебе снился хоть кто-нибудь. Хоть когда-нибудь, да? Да. До сих пор снится. Через полчаса продолжим. Потом поужинаем и пойдем домой. А я сегодня буду ужинать с Амбразией. Да. И домой я сегодня, возможно, не вернусь. У нее не получается, наверное, да? Вот она и нервничает. Ну ничего, старина, потерпи немного. Потерпи, скоро все получится. Старина, не надо так переживать. Слушай, а ты не пробовал на какой-нибудь репетиции дать ей полную свободу? А пускай делает все, что на ум взбредет. Ну и иногда помогает. Ну, ты же знаешь. И потом, старина, ты меня, конечно, извини, но мне кажется, что... Ты слишком многого требуешь от них по ночам. Ну, честное слово, ну, действительно, зачем от людей требовать того, на что они пока еще сегодня не способны? Потерпи. Не получается сегодня, получится завтра. Старина. Не получится завтра. Понятно. В общем, терпи, терпи, старина, да. Терпи. Мы же тебя терпим. Ну, извини, конечно. Извини меня, ради бога, но мы знаем, что ты замечательный режиссер, хотя вот иногда бываешь слишком занудлив, что ли. Ну, извини, извини. Но ты же потрясающий режиссер, ты же делаешь великолепные спектакли. А вот что до твоей чрезмерной требовательности,
Ты мне, конечно, извини. Но Розу именно этим ты в какой-то момент и окончательно измотал. Ну и что из этого вышло? Где мы, где Роза? Ой, извини. А, да, мне не надо было этого говорить. Извини. Извини. Да, мы условились не обсуждать эту тему. Прости, Стрела. Слушай, а что, ты до сих пор не можешь успокоиться, да? Слушай, правда, до сих пор не можешь мне ее простить? Вот это да. Стрела, столько лет прошло. К тому же, тебе лучше других известно было, что я у Розы был, наверное, десяток. Ирина, честное слово, извини ради Бога. Я понимаю, это запрещенная тема, но скажи, непонятно еще одно. Почему ты хочешь, чтобы все твои жены были другими, а не такими, какие они есть на самом деле? Ирина, успокойся. Приди в себя, посмотри вокруг. Вообще, не надо быть таким серьезным. Это же все-таки... Все-таки это театр. Понимаешь? Твой театр, между прочим. Эй, Стрина! Эй! Стрина! Гляди! Посмотри! Ну ты посмотри, какой свет, а? Стрина, это фантастика! Какое-то волшебство, а не свет! А музыка? Вот прислушайся. Эта музыка играет для тебя. Она играет из-за тебя. Черт бы тебя подрал. Волшебный мир, он твой. Эти кулисы, за которыми вечно торчим мы. Твои актеры, мы любим тебя, мы верим в тебя. Мы ждем. Вот только прикажи, будет... Все, что пожелаешь, будет представление или переживание магическое, если бы черт бы ему подрал. Нет, все-таки правы были те люди, которые в 17 веке нас, актеров, отлучили от церкви, от вечного притворства. Мы теряем души и превращаемся в черт знает во что. И тогда начинается. Старина, что с тобой? Знаешь, Писар, вот моя воля... Моя воля, я бы запретил супругам работать в одном театре. С любовниками разобраться невозможно, а вот с этими женатыми, ну просто беда. Я не понимаю, почему весь театр должен вариться с ними в одном котле? Это мешает работе. Ну, войдите в его положение, Рубин. Я не собираюсь входить в его положение. Сам я вот таких положений стараюсь избегать. Ладно. Мы-то знаем, мы-то понимаем, почему он бесится, да? Ну, что поделать, я тоже не могу забыть, как эту роль играла Роза. Помнишь, да? Роза. Да. А этот момент? Отчего идет снег? Что снег? Как она играла молчание, ты помнишь? Да. Как она играла молчание? Я плакал. Молчание! Это было нечто. Почему они разошлись, непонятно. Да я откуда знаю? Не знаю. Я знаю одно. Это была единственная на весь Париж нормальная, настоящая театральная пара. Да. Роза спала со всеми. Со всеми? Но это никогда не мешало работе. Ну что делать? Жюльену никогда не везло с женой. Всем не везет с женами. Но только не надо из этого делать драмы. Не надо делать драмы из этого. Я знаю одно. Вот кем бы там Роза ни была, ну потаскушка. Потаскуха! Пьеса почему-то, когда она играла, звучала совершенно по-другому. Ну зато в Аглае есть какая-то чистота. Да? Согласись.
Вообще, да, какая-то чистота есть. Чистота есть, но, ну, знаешь, что касается чистоты, вот опять же, вспоминаю Розу. Вот когда она играла, вот Роза, вот она же была пораженная по тоску. По тоску! Да? А вот от чистоты, вот чистоты этой самой на сцене, почему-то было больше. Ну что делать, Роже, только в театр. В театр, да. Однако, какой ветер. Да? Ну да, я уже... А я уже забыла, какое лето. А меня выдали замуж 18 лет. Я своего мужа ужасно боялась. Но он же был учителем гимназии. А я едва окончила курс. И он мне казался тогда ужасно важным, серьезным, умным. Теперь уж не то, к сожалению. Тогда. А я не говорю про мужа, я к нему привыкла. Но между штатскими вообще как много людей. Грубых, невоспитанных, неделикатных, я не знаю. Может быть, в другом городе и не так, но в нашем городе самые прекрасные, самые порядочные, самые воспитанные люди – это военные. А я... Меня волнует и оскорбляет грубость. Я страдаю, когда я вижу, что человек недостаточно мягок, деликатен. Ой, а когда я нахожусь среди преподавателей, товарищей мужа, я просто страдаю. Так, да, но мне кажется, что и штатские, и военные одинаково неинтересны. Ну, вот если взять здешнего интеллигента, неважно, штатского или военного, то жену свою он не выносит, с домом мучается, с лошадьми мучается. Ведь свойство русского человека иметь очень высокий строй мыслей. Но объясните мне, почему же он в жизни-то остается на таком низменном уровне? Почему? Почему? Ну, почему он с женой мучается, с детьми мучается? Почему его жена, его дети с ним мучаются? Веру надо иметь. Веру. Или хотя бы искать ее. Жизнь без веры мертва, пуста. Жить и не знать для чего... Звезды на небе. Для чего журавли летят? Для чего дети родятся? Для чего снег идет? Нет уж, или знать, для чего снег идет? Или все пустяки, все трынь-трава. Все-таки жалко, что молодость прошла. А у Гоголя сказано, скучно жить на этом свете, господа. Вы не в духе сегодня. Моя младшая дочь плохо себя чувствует. А когда болеет моя девочка, мной овладевает тревогой. И меня начинает мучить угрызение совести, что у них такая мать. Господи, если бы вы только видели, я сегодня какая посредственность. Мы начали брониться в 7 часов утра. А в 9 я хлопнул дверью и ушел. Я никогда не говорю об этом, и странно, что жалуюсь вам. Не сердитесь, просто у меня никого нет, кроме вас одного. Никого. Какой ветер. Я помню, вот в день смерти отца точно так же гудело в трубе.
Вы суеверны? Да. Как странно. Вы великолепная, чудная женщина. Вот здесь темно, но я вижу, как блестят ваши глаза. Вот здесь светлее. Я люблю ваши глаза, я люблю ваши движения, как они снятся. Чудное, великолепное. Не надо так говорить, умоляю вас. Когда вы так говорите, я почему-то всегда смеюсь. Нет, говорите мне, умоляю. Жульен, старина, не знаю, что делать. Пришла русская переводчица. Она сидит в вашем кабинете, скандалит, говорит, я никуда не сдвинусь с места, пока не появится клиент, не выясни наши отношения. Хорошо, я сейчас иду. Прости, Роза, перерыв, и готовьте ей следующую сцену Марии. Понял. Перерыв! Великолепная. Чудная. Роза, женщина. Здесь темно, но я вижу. Я вижу эти глаза. Эти движения, которые мне снятся. Накал, как ты слину, пусти меня, ну как ты спишь? Обнимать меня при всех. Стоп, просто как ты спишь, бросался на меня при всех. Ты же предаешь своего лучшего друга. А, ну, тебя огорчить, ты предаешь своего мужа. Это гораздо серьезнее. Актерочка. Всего мужа. Ненавижу актеров. Подожди, вот это интересно. Она ненавидит актеров. Да? А как же быть Жульеном? Столько лет вместе. Он, между прочим, наш. Он из актеров. Да. Жульен совсем другое дело. Он меня поразил. Чем? Порядочностью. И доверчивостью. Извини, чего нет, того нет. А что ты думаешь? Он знал всех моих любовников. А тем не менее же сказал же мне, выходи за меня замуж. Отчаянный какой. Да. А что ты думаешь? Я 2 года была ему верна. 2 года? Да. Роза, это срок. Конечно. Я сидела дома, ничего не делала, мало выходила на сцену, шила, штопала, варила, гладила и только слушала. Слушала, как он мне рассказывает о своих новых постановках. У нас денег совсем не было. Ну, это как-то... Тогда нас не особенно волновало. Ну, потом как-то все изменилось. Ну и как же потом все изменилось? Внезапно, как всегда, ты же знаешь. Однажды я сидела и слушала. По-моему, он мне рассказывал сцену с матерью. Ты же знаешь его. О, да. Мечта поставить Гамлет. Да, других пьес нет. Ну, вот я сидела, слушала, вдруг почувствовала себя ученицей на нудном школьном уроке. Под предлогом, что мне нужно было купить чулки, я вышла на улицу. А там, навстречу, мой старый-старый любовник. Это интересно. Одним словом, порядочность – это талант. У меня его нет. Слушай, Роза, а как же ты при всем при этом спала с Жильем? Очень серьезно. Слышь, я так и думаю. Да. Да, серьезно. И вообще у меня было такое ощущение, что я работаю над ролью, превышающей мои способности. Вот нет, об этом не надо. Ваши способности нам очень и очень хорошо известны. Знаешь, мне кажется, что только настоящая грешница может хорошо сыграть святую. На сцене, но не в жизни. Ну, разумеется, на сцене. А где же еще играть? Как играть в жизни, я не понимаю. Что такое жизнь при нашей дурацкой профессии? Это что, тот промежуток между репетицией и спектаклем, да? С 3 до 7 у нас жизнь. Слушай, катастрофически не хватает времени быть самим собой, да. Видимо, поэтому жить с нами так скучно. Но, впрочем, знаешь что, есть один человек, который является исключением из этого дурацкого правила. Я имею в виду Жульена. Вот он, знаешь, он явление. Я им восхищаюсь. Да, но жить явлением постоянно очень сложно. Слушай, о чем мы говорим? Роза. Ты не пришла вчера?
Нет, подожди, перестань смеяться. Я ждал, ты не пришла. Роза, я серьезно говорю. Роза, я знаю, сегодня у тебя спектакля нет. Ну, и ты придешь сегодня? Да. Роза, я, между прочим, я скучаю, я... Нет, ты только что говорил, я им восхищаюсь. Что ты сейчас... Я готов повторить. Кого? Простите, мне нужен месье Палюш. Мадемуазель, у нас здесь идет репетиция. Вы пришли на сцену во время... Мадемуазель. Собственно, Палюш должен... Пожалуйста, проходите. Проходите. Простите, пожалуйста. Слушай, по-моему, хорошенький, да? Ой, боже. Как же вы все одинаковы. Обожаете девственниц, правда, не знаете, что с ними делать. Кстати, Роза, я давно хотел тебя спросить. Скажи, пожалуйста, ты сама когда-нибудь была девственницей? Не помню. Да, что вы говорите? Да. Вот чистый актер. Фу, лицо ты пощёчил. А что случилось? Что? Что случилось, старина? А, у нас нет перевода. Да у нас нет перевода, потому что у нас нет больше перевозчицы. Я ее вышвырнул. Видите ли, я не могу изменить ни одного слова в ее переводе. Ну, раз я ничего не могу изменить, тогда является из России и начинает меня учить французскому языку. А после того, как я ей сказал, что я перевод Тарабашина, она назвала меня расистом. Ну что ж, если желали, чтобы на французской сцене говорили, что французский называется расизмом, то я расист. Так, постой, а что она тебе на это ответила? А, чтобы жаловаться в общество защиты авторских прав, поднять на ноги прессу. И все потому, что я якобы хочу превратить русского классика в бульварного автора. По ее словам, французы – это вообще банда маленьких буржуа. А наше падение началось еще с Мольера, но после этого просто дал ей пощечину. Что? Старина, постой. Старина, ты действительно дал женщине пощечину? Я должен был это сделать! Я был вежлив до конца. Я просто взял ее за руку и швырнул с лестницы. А она что-то вопила. Я даже не понял, на каком языке. Старина, что ты наделал? Ты, знаешь, не удивляйся, если завтра против тебя выступят все газеты. А я их не читаю, но завтра они теряют новизну. Жюльен, слушай, надо как-то успокоиться, прийти в себя и найти разумный компромисс. Вот лет 10 пускай пройдет, тогда делай все, что заблагорассудится. Ну сейчас-то зачем? Он забыл, в каком мы положении. Нет, я не забыл, но ее перевод я ставить не буду. Ну, надоело, слушай, надоело. Ну, честное слово, ну просто надоело. Вечно о великом, вечно о душе. А на самом деле думает только о себе. Конечно. А мне эта роль нужна. Единственный шанс, чтобы меня заметили и пригласили сниматься в кино. Ты не будешь сниматься в кино! Слава богу, есть еще пьесы, есть еще театры, куда люди ходят. Я буду продолжать начатое. Один? Ты будешь продолжать один? Мужик, женишься на мне, когда я уйду от Жюльена? А? Все-таки верно говорят, что вовремя сказанная шутка всегда легко разряжает атмосферу. Знаете что, дорогие мои? Самые хорошие шутки – это самые короткие шутки. Поэтому давайте-ка помиритесь сейчас же. Роза, не уходи. Просто куда? Роза. Старина, посмотри на нее хотя бы. Ну, помиритесь, давайте. О! Слушайте, я все придумал. Я сейчас догоню эту русскую переводчицу и соблазню ее. Если понадобится, я буду любить ее даже на русском языке. Только помиритесь, пожалуйста. Роза! Подойди. Знаете что, а вот теперь уже мне все надоело. Перестаньте вы дуться друг на друга. Единственная на весь Париж нормальная театральная пара.
И тоже мне не могут договориться. Да идите вы к черту. Роза, ну подойди к нему хотя бы. Ты ж, ну перестаньте, ну не надо, Роза. Старина! Старина, посмотри на нее хотя бы. Ну все, все, все будет хорошо. Не суетись. Ладно. Закончено. А ты мне ничего не говоришь. Костюмер ко мне. Прошу. Ла-ба-ба. 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 Я все видел. Мы не успели отскочить друг от друга, когда я вошел. Старина, я сейчас тебе все объясню. Старина, это не то, что ты подумал. Старина, ну перестань ты. Это же была репетиция. Ну, конечно, мы репетировали, старина. Значит, мы хорошо репетировали. Честное слово, перестань. Джульен, одна окна пьеса. Я нашел эту пьесу, показал Розе, ей понравилось. Мы решили порепетировать и так в качестве сюрприза для тебя. Что я говорю? В общем, старина, это самостоятельная актерская работа, как часто бывает в театре. Ну, ты же знаешь. Я не знаю, как это бывает в театре. Уже я тебя жду. Да-да, я иду, иду, иду. Честное слово, мы ждем тебя в кафе. Ты придешь? Старина, приходи, пожалуйста. Роза, подожди! Черт! Чем я могу быть полезен, мадемуазель Аглая? Я хотела бы поступить в театр, месье. Ну, этого хотят многие девушки. Вы уже работали в театре? Нет, месье. Вы где-нибудь учились актерскому ремеслу? Никогда, месье. Почему вы думаете, что у вас есть театральное призвание? Я не знаю. Я хотела быть другой, чем я. Многими другими. Вы где-нибудь это вычитали? Нет, не все, мне пришло в голову самой. Но в нашем деле надо иметь определенную способность быть другим. Все люди притворяются другим. И, как правило, чаще всего фальшивят. Но в театре надо уметь перевоплощаться в другого. И так, чтобы не было заметно никакого притворства, чтобы вам поверили. Я попытаюсь. Правда, мне кажется, я смогу так притворяться. Ну, хорошо. Подготовьте с кем-нибудь басню, скажем, Ля Фонтена, и покажите мне. Но я никого не знаю. Запиши.
Запишитесь на актерский курс или возьмите частные уроки. Месье, я приехала из Шатродена, я никого не знаю здесь. Вы знаете, что я сын одной старой актрисы? Нет. Она была довольно известна во времена немого кино. Ее имя Рита Перледава. Это ваша мама? Да, это моя мама. Настоящее имя Сидони Полюш. Так вот, она иногда дает уроки начинающим. Вы сходите к ней, скажете, что вы от меня. Вот ее адрес. Спасибо, месье. До свидания, месье. Хорошо сделал, что прислал мне эту малютку. Она, правда, ничего не умеет, немного провинциально, но я уверена, что кое-что из нее сделать можно. Жуль, 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 жуль. Как тебе, моя очаровашка-шляпка? Не очень. Ой, как скучно. Ты как твой отец, вылитый. Если мне что-то шло, он начинал беситься. Когда в моду вошли короткие стрижки, я, естественно, одна из первых подстригла волосы, он, представь себе, на целый месяц уехал жить к своей мамочке. К несчастью, он вернулся. А нам с тобой вдвоем было так хорошо, так чудесно, так комфортно, так спокойно. Мой сын, я ведь тебя очень баловала. Почему ты разлюбил меня? Такой нехороший мальчишка. Разлюбил свою маму. Разлюбил, разлюбил, разлюбил. А вот когда ты был маленьким, и я тебя укладывала спать перед уходом в театр, ты всегда брал себе в постель мою подушку, чтобы чувствовать мой запах. А когда я возвращалась и тихонечко шла к тебе, чтобы поцеловать тебя, прижаться к твоей щечке и забрать подушку, ты открывал свои глазенки и всякий раз бормотал. Ах, ты велорнулась. И спокойный, счастливый, такой трогательный, такой сладкий мальчик засыпал. Дитя мое, где ты? Мама. Да. Да, дитя мое. Когда я дышу атмосферой сцены, я оживаю. Просто удивительно. Ну почему ты никогда не пригласишь меня играть в твоих спектаклях? Ну я могла бы сыграть какую-нибудь, ну уж во всяком случае, мать. Нет, ну конечно... Я погорячилась, не какую-нибудь мать, а очень, очень кокетливую, очень молодую мать. В общем, мать, которая еще очень женщина. Ужасно, ты даже не представляешь себе, как ужасно ничего не делать. А я как чистокровная лошадь, которая бьет копытом в конюшне, готовая к вечным скачкам. Ужасно ничего не делать. Нет, правда, мне предложили небольшое турне по провинции. Роль, писар, мама. Только вам скажу, по секрету, никому мама. Не говорите. Роль старой монахини. Повторите. Вы монахиня? Ну, вы представляете? Да, совершенно правильная реакция. Нет, конечно, сыграть я смогу, но зачем же я буду насиловать свою природу? Я, конечно, отказалась, я еще слишком женщина. Ну дай мне сыграть любовницу, ну дорогой, ну что тебе стоит? Мама, я могу. Мама, у меня очень мало времени. У меня богатый жизненный опыт. Пусть твоя девушка покажет башню. Девушка поскорее, не моя, пожалуйста. Твоя, между прочим. Пожалуйста. Мне есть что сказать публике, это, возможно, будет моя лебединая мама, песня. Мама, хорошо, я жду, пожалуйста. Нам понравилась девушка, да, какая прелесть. Мама, не узнаю надо. Узнаю своего сына, мама, узнаю. Мама. Так, чуть не забыла, я же привела тоже одного мальчика. Какого еще мальчика? Ну не нужны мне не мальчики. Не волнуйся, не волнуйся, он подыграет басни Аглаяны, я прошу тебя посмотреть его и послушать. Я возлагаю на него колоссальные надежды. Ну, сейчас ты все увидишь и поймешь. Дорогой мой, где ты явись?
Ну, что скажешь? Нет слов. Ну, скован, конечно, первый раз на сцене, неудивительно. Но красив, как греческий бог. Дорогой, покажи себя в деле. А? Потрясающе. Боже. Тут слова напрасны. Писар, не трогайте руками. И вот представь себе, это чудо, это красота. Работают грузчику в мясной лавке. Ты посмотри на эти руки, это же руки душителя. Но при этом такой нежный, такой чудный, такой ласковый мальчик. Ты не поверишь, мы с ним занимаемся по вечерам. Да. Приходит после этого своей мясорубки учиться актерскому мастерству. Трогательно до слез. И ты знаешь, я с ним работаю над нейроном. Жест, дорогой. Ну, послушаешь моего маленького протеже? Правда, у этого маленького рост 1,96 м, да? Но такая душа. Этот мальчик, это солнечный лучик моей жизни. Мама, стоп, я его послушаю. Спасибо, Нина. Готов. Молодой, какой-то плачет. У нас все есть, все. А ты помнишь, какой завтра день? Нет, не помню, какой завтра день. Ай-яй-яй, забыл. А завтра, между прочим, ровно 30 лет, как я тебя произвела на свет. Зачем рожать грешников? Сам я достаточно честен, но и я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы меня моя мать не рожала. Жульен, у меня денежные затруднения. Всех денежные затруднения. На этот раз неотложные, очень серьезные. Мама, всегда так кажется, через пару недель все устраивается. На этот раз ничего. Мама, не у меня нет денег. Ну нет. Что значит нет денег? Я твоя мать. Я тебе отдал деньги за этот месяц, мама. Какие деньги? Ну, хорошо. Какие-то упорства. Хорошо, приходи деньги. После ты премьеры. Не можешь меня приходи прогнать. После премьеры. Какая премьера? Я не могу ждать. Я твоя мать. Мама, ну все ждут. Мои актеры ждут. Ну при чем тут твой актер? Я говорю, что я твоя мать. Да ты не мать. Что значит не мать? Ты старая пункта. Да нет, не старая. Хорошо, не старая. Пунктуальная косичка, которая каждый месяц приходит ко мне за деньгами. А ты продай что-нибудь, займи. Что продать я могу, мама? Дорогой, мне срочно нужно 20 тысяч франков. Ты что, с ума сошла? Какие 20 тысяч? Ты послушай меня, вот этот мальчик, которого ты сейчас видел, он взял в кассе у хозяина 20 тысяч. Если он к субботе не вернет, его просто арестуют. Да. Но мне-то что до этого? Тебе ничего. А я подохну. Я не могу его потерять. Годы летят, завтра я буду старухой. А это... Это последний мужчина в моей жизни. Мама! Что уйди! Писар! Давайте молодых людей! Половину покупали у нас. Вот твое место там, с того угла. Иди, все будет хорошо, не волнуйся. Старый, старый. Не волнуйся, все будет хорошо. Сюда? Ну, да. Послушай меня внимательно. Вот эта лестница, это дерево. Мадам! Что такое? Писар, ну посередине, конечно, посередине. Сыр посередине. Ну да. Значит, здесь. Это дерево, ты по реплике на него вспорхнешь. И главное, вовремя по реплике кархни. Понял, да? Все будет отлично, дорогой. Начинаем. Все будет отлично. Начинаем. Какую басню вы подготовили? Ле Фонтен, ворон и лисица. Начинайте. Прошу. Мадам, здесь все. Да, я сказал, начинайте.
Так, благодарю, благодарю. Ворон, это не его роль, между прочим. Он подыгрывал Аглаю. Но сейчас ты его увидишь и услышишь в Нероне. И с ним обрызнет талант. Мне не нужен Нерон, мама, я все понял. Скорее, веночек, Итак, монолог Нерона. Рита! Жемчужина моя! Поди сюда! Богиня! Свет! Блаженство, чем глаз твоих сравню я совершенство. Кристалл тусклей. С ума сойти. Каким ветром тебя сюда занесло? Потрясающе выглядишь. А вы были что, знакомы? Еще вы столько лет вместе в провинции. Мой партнер, Вива, потрясающий. А это мой молодой протеже. Вы смелая, вы очень мило читали басни, но это ничего не доказывает. Вам надо учиться. Ну, если хотите, вы можете посещать наши репетиции. Сядьте здесь. Смотрите, как мы репетируем. Могу я прилечь к вам на колени? Да-да. Я хотел сказать, могу ли я положить голову к вам на колени? А вы подумали, что у меня была грубая мысль? А ведь это нежная мысль. Лежать между девичьих ног. То, что ты думаешь. А ты что себе позволяешь? Тоже не воображаешь, у меня один строит театр в Париже. Ты знаешь, у меня, к счастью, много друзей моей провинции, которые действительно создают театр. Настоящий театр, а не какой-то жалкий авангардистский. Воображался. Что такое? Что такое, мой нежный, ранимый мальчик? Успокойся. Ты талант, запомни, талант. Я тебе клянусь, что об этом узнает весь Париж. Ну, мой народ, мы победим, вперед. Вот. Идем, мой гладиатор, идем, мальчик. Ой, Рита. Слушай, идут годы, ничего не меняется. Рита по-прежнему любит сильно моложе себя. Я буду тебе очень признателен, если ты не будешь называть мою мать Ритой. Она твоя мать? Да. Я очень сожалею об этом, но это моя мать. Это мой сын. Дурак.
зануда! Видишь? Астрина! Астрина, я никого не хотел обидеть. Как это я не... Как я мог не знать, что она твоя мать? Слушай, мы действительно много лет вместе работали в провинции, это правда. Старина, мы только репетировали. Бери полегче. Ой-ой-ой-ой-ой. Бедный ты мой, бедный. Бедный, бедный. Да ну, забрось ты ее. Ну, брось ее. Плюнь на нее, господи. На мамочку, и все. Не каждому дано быть сыном святой девы. Знаете, вот сидит такой, вот сидит вот такой, и я абсолютно в его власти. Не знаю, что делать. Ладно, пойдем выпьем. Пойдем. Выпьем по стаканчику красненького. Я плачу, у меня есть деньги. Рожа, я буду болтать глупости. А мы с тобой будем сидеть и слушать. А может, это и есть жизнь. А? Он женился на моей матери, когда ее совсем молоденькую актрису пригласили в комедию «Францесс». Рассказывали, что после дебюта директор театра поцеловал ей руку и назвал ее феей. Но тут началась война, мой папа умчался на войну, как сам говорил, спасать христианскую цивилизацию. Красные штаны, хорошенькая кепи, белые перчатки. Вот в этих белых перчатках он заряжает пушки, строчит из пулеметов, бегает в атаке, лежит в грязи и дерьме, одним словом, показывает героический пример своим солдатам. Но однажды, и это был последний год войны, на отдыхе между боями он случайно подорвался на немецкой мине. Но, к счастью, не смертельно. Он отправляется в Париж для поправления здоровья, и он находит свою жену. Но он находит ее не в комедии «Францесс», нет. Он находит ее в маленьком убогом варьете, где она дрыгала ногами в объятиях какого-то веселого молодца, окопавшегося в тылу. Да, конечно, конечно. Конечно, отец долго отсутствовал, он должен был понять обстановку и простить свою маленькую фею. Но ведь он был зануда. Он слишком всерьез принимал жизнь. А поскольку у него был большой револьвер, слабость военных носить смерть на поясе, даже когда идешь делать пипи, то...
Ба! И он пустил себе пулю в лоб. Однако он промахнулся. Артиллеристы плохо стреляют из личного оружия. Он даже войну мог перенести. Но маму, распевающую куплеты в объятиях наглого болвана, нет. Лежа на больничной койке, он простил свою жену и закончил свою грустную жизнь рогоносцем и канцелярским чиновником. По четвергам, гуляя со своим маленьким сыном, все-таки ты напрасно привел меня в театр. Видишь, никого нет. Репетиция окончилась. Пойдем отсюда. Папа, а можно подняться к маме в гримерную? Я знаю, она там. Нет, нет, не будем им мешать. Она не одна. Пойдем лучше на бульвар и выпьем наш обычный четверговый шоколад. Папа, но я хочу повидать маму. Я почти никогда не вижу. Ты увидишь ее вечером дома, пойдем. Когда она приходит, я уже сплю. Когда иду в школу, она еще не просыпается. Почему это говорят прислуги? Никогда не будите мадам. Потому что, когда работают в театре, ложатся очень поздно. Утром чувствуют себя усталыми и не любят, когда их будет. Пойдем. А то кто-нибудь войдет и увидит нас на сцене. Это запрещено. Папа, а есть дети, которые работают в театре? Да. Но это очень несчастные дети. Пойдем. Папа! Здесь никого нет. Пойдем, мой маленький. Я большой. Я уже большой, папа. Нет. Никого нет. Пойдем. Писар! Дамсе! Уже час прошел, моя жена не вернулась. Нет еще все. А этот, как его, ну этот красивый дурак. А, я понял. Амбуази! Его тоже не было. Серж, по моей команде пускай. Вниз опускаем, резко. И хорошо! И пусть не возвращается! Я сам буду играть Александра! Правильно, все! Найди мне швинец, который играл 10 лет назад, надо проверить, годится. Я попробую, но это сложно, все. 10 лет назад. Что случилось? Что? Спокойно. Значит так, я не смогла уложить спать ваших детей. Они не захотели есть омлет, который я им приготовила. Они мне стали говорить грубости, а перед этим они нарочно дали шоферу такси неправильный адрес.
Я должна была взять другое такси. Сейчас мне пришлось взять третье, чтобы приехать за вами. У меня уже совсем нет денег. Что мне делать? Ну, сядьте. Понимаете? Они мне сказали, что если я буду их укладывать спать, они подожгут дом. У них большая коробка спичек. Я вас очень прошу, пожалуйста, сделайте что-нибудь, они неуемные. Вы ирландка? Я нашел костюм! Сюда! Давай вот сюда. Вы ирландка? Да, месье. Вот, если вы в самом деле ирландка, вы вернетесь туда. Нет денег, вернетесь пешком. Значит так, секундочку. Вы берете одного из них за шиворот и его прямо одетым тащите в душ. Да? Второй испугается, и оба лягут спать. Этот трюк я проделывал, он срабатывает. О, господи, если бы я только знала, я бы осталась у консула из Гватемалы. Поздно сожалеть об этом. Ну, сделайте это для Ирландии. Для меня. Ай, девочка. Вы чудная! Чудная женщина! Все все равно! Но я вижу эти глаза! Я спасу вас! И воспитаю ваших детей! Шинель сидит на мне, как и прежде. За 10 лет я совсем не потолстел. Вы совсем не потолстел? Нет, хорошо. Умру худым. Нет. Подожди, а? Конечно. Она должна прийти. Естественно. Да, ты передай этому, ну, как его... ну вот это. Забывай. Амбразик, вот именно! Ты передай ему, что я отбираю у него кровь. Так и передай. Так и передай! Отбираю! Дайте-ка нам немного света. И, пожалуйста, шверните-ка мой диван. Я без него что? Погибну. Это безумие, возобновлять такую роль без репетиции. Я даже текста не помню. Ну, главное, твое нутро, любовь моя. Да? Уже хочет настоящих слез. И чтобы они текли по щекам и были голубыми от краски для ресниц. Высокое искусство должно быть орошено слезами. Давай, давай, ну, повторяй. Ой, сегодня же спектакль, дорогой, хотя волнуюсь, боже. Значит так. Помнишь, да, главный жест, да? Угу. Жест и голос, да? Начинаю я. Наклоняйся, давай. Нет, фон Кранц, может войти мой муж. Я никогда не буду вашей любовницей, фон Кранц. А, ты сводишь меня с ума. Ах, нет, это ты меня сводишь с ума. Твоя кожа, она не дает мне спать. Прижмись ко мне покрепче и уходи. Ненавижу тебя. Постой. Хочу тебя. Уходи. Останься. Я твоя.
Ты сводишь меня с ума. Обожаю тебя. Твоя кость. Мой зверь. Твоя кость. Мой барс. Твоя кость. Обожаю тебя. Твоя кость. Барс. Кор. Мама. Какая мама? Альбер. Поднимись мой гример, подожди меня там. Альбер, без места. Это тень такой хороший мальчик, золотой, чудный. Мой Костик, мой дорогой, любимый котеночек. А что произошло, мой маленький? Что произошло? Ну, мама что, запретила приходить в театр во время репетиции? Что произошло, мой хороший? Папа, сдержали в конторе. Мне страшно. Ай-яй-яй, страшно одному. А что же делать, мой хороший котеночек? Как раз сегодня мама возобновляет роль, которую давно не играла. Я страшно волнуюсь. Давай, знаешь, как договорились? Ты будешь послушным. Ты подождешь меня дома один. Хорошо. Конечно. И завтра утром выходим в школу, ты меня не разбудишь. Нет, мама, я тебя не жду. Конечно, потому что ты уже большой, совсем даже не побоишься оставаться дома один, правда? Нет, мама, я не побоюсь оставаться дома один. Ты мой мальчик хороший, любимый, мой собачоночек. Беги домой, беги, мой козленочек, беги. Беги, мой маленький. Да, да, да. И не забудь сварить себе лапшу. Боже мой, что я забыла? Я тебя научу, как брать чужие вещи. Что, Альберт? Хватит поставься туда, в театр, и дай матери покой. Значит, ты будешь иметь дело со мной, понял ты? Отродье рогоносца. Подонок. Успокойся, мальчик, успокойся, успокойся. Так, ладно. Отправь его домой, пойдем ужин. Да никуда я с тобой не пойду. У нас свидание с Гордонией, я должен познакомить тебя с ним. Я не желаю встречаться с твоим Гордонией. Он ищет артистку для нового ревю и хочет, чтобы ты играла главную роль. Какая забота. А тебе он, конечно, тоже даст роль. Да, три новых скетча в ревю, но все зависит от тебя. Что ты сказал? Ну, ты понимаешь. Сводник. Мерзавец, подонок! Я запрещаю тебя, ты не приближайся! Что ты, моя маленькая Рита! Прекрати родителей! Подонок! 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 Беги! Беги, мой мальчик! Беги! Если бы не был таким занудой, никогда не потерял бы его. А?
Фу! А. Привет. Давно? Давно. А. Вы поймите, это не видно. Что с меня внимаешь и целуешь? Ты все из-за меня страдаешь. Я тебя ужасно жалко. Подождите, Роже. Роже. Роже, это первый? Уже с ума сошли, что ли? Как долго ты была верна мне? Я не хочу. Почему? Почему? Печать начала. Ну то, что было. То, что было между нами. Это был... Ты не притворялась? Никогда. Никогда. Слышишь? Тогда я не понимаю. Тогда я не понимаю. Разве с ним много лучше? Сына, я не хамза, но это все. Я понять! Сына, ну что тут понимать? Понять хочу! Ну что тут понимать? В конце концов... Ну, сам деле, все в жизни меняется. Ну, правда, это ты понимаешь? Меняется, меняется. И чувства наши меняются тоже. Почему ты думаешь, что чувства не могут меняться? Ты что же, теперь его любишь? И ты собираешься за него замуж? Замуж? Нет. Ты же на мать мою похожа. Роже! Что ты в нем нашла? Ну что? Ну, боже мой, ну он актер. Понимаешь, ну... Ну, актеришка. Такой же, как и я. И потом... С тобой всегда трудно. С ним полегче. И ты же сам говорил, я глупая. А он такой же дурак, как я. Вот и все. Вот и все. Фиса! Да, мши. Продолжаем репетицию. Продолжаем репетицию! Займите свои места. А костюмы надевать? Да, конечно, ведь Роза в костюме. И поторопись, твой выход сразу после ее монолога. Начинай. Каяться хочется. Милые мои сестры, томится душа, не могу молчать. Да, это моя тайна, но вы должны ее знать. Вот покаюсь вам и больше никому никогда.
Я люблю этого человека. Вот этого. Мы его только что видели. Одним словом, люблю Вершинина. Он казался мне сначала странным, а потом я его жалела. А потом полюбила. С его голосом, с его несчастьем, с его двумя детьми. Полюбила. Такая, значит, судьба моя. Нет. Доля, значит, моя такая. И он меня любит. Он меня любит. Я знаю. А что? Нехорошо все это там. Страшно, да? Это правда. Когда читаешь какой-нибудь роман, то кажется, все так старо, ну так понятно. А как сама полюбишь? Вот тут и понимаешь, что никто ничего не знает. И каждый должен решать сам за себя. А теперь буду молчать, как гоголевский сумасшедший. Молчай. Thank you.
Виктор. Дальше. Аглая, очевидно, уже не придет. Начнем завтра с этой же сцены. Я понял. Завтра с этой же сцены. Все понял. Мальчики, ставим декорацию на завтра. Стулья. Ну, вы делаете. Вы. Земля! А мне удалось ложить спать ваших родителей. Мадемуазель, вы героиня! Я представляю, как это непросто. Мне одна моя знакомая рассказывала. Спасибо, моя девочка! Это чудесно и сложно. Вы давно ко мне заходили. Ирландия выиграла первый тайм. Браво! Что с вами? Что с вами? Ну что, так нельзя. Как же нельзя? Вам грустно? Знаете, мои собственные истории всегда кончаются тем, что я играю чужие. Я устал. Устал. Вам надо поесть. Да? Да. Фессор, фессор, мне надо поесть. Вы знаете, на деньги, ну, которые у меня остались, мне удалось вам приготовить небольшой ужин. Так что вы можете поесть, как все люди. Да? Угощайтесь, пожалуйста. А вы сами поели? Нет, я благодарю вас. О, мне повезло, я не могу есть в одиночестве. Нет. Фессор, устроим ресторан. Проходите, пожалуйста. У нас потрясающий ресторан. Проходите, не стесняйтесь. Сейчас мы все организуем. Я газету. Давай я помню. О, если можно, пожалуйста. О, как! Что вы напоминаете? Ломанский жир. Посмотри, что делается. А что за... Такой... Боже, моцарелла! Помните моцарелла? Я тебе рассказывал, моцарелла! Продолжение следует...
красавица. Кто там? Кто там? Репетиция окончена до вечера. Влад, ты пойдешь домой между репетициями? Нет, я устала, я хочу прилечь ребенок. Но дети опять будут одни. Ах, это я не снимала. Я понимаю, но ты же мать. Ты знаешь, они все время ссорятся в последнее время. Я совершенно не знаю, что делать. А потом, по-моему, будем я очень хорошо. Без матери не бывает хорошо. Тесар, попросите, чтобы меня не будили до вечера. Почему? Мне нужно великолепно выглядеть сегодня. Мада. Тесар, мы сегодня идем на бал. На ночь? На ночь, меня! Да. Тесар, первый раз. Жилет, ты помнишь? Нам прислали приглашение.
переношу этих карнавалов. Я знаю. Но для меня это очень важно. Я уже сказала, все говорят только о тебе, о твоих спектаклях, о твоих постановках. О том, что в них я играю, никто не знает. Хотя я давным-давно заслужила. Чтобы хоть одну, одна, одна моя фотография как мелькнула на обложку журнала. Да, конечно, конечно, конечно. Приезжай на «Луч звезд», постарайся попасть на глаза. Я поеду. То есть как не поедешь? Меня не интересуют эти сборища. Я никому не говорил об этом театре. Даже жене не смог сказать, надо было репетировать. Сегодня умерла моя мать. Даже не знаешь, чего сказать. Не надо ничего говорить. Помолчи. Опустите меня уже наконец. А мою же
Год три как нет. Виделись мы, правда, не так уж и часто, но вот ее не стало, и я вдруг почувствовал, что стал маленький. Ты был далеко не всегда хорош со своей. Можем ли сходить туда? Да. Она лежит на своей кровати. С грустной полуулыбкой. Простите, я понимаю, сейчас не хочется говорить вам об этом. Да, не сейчас. Простите. Не сейчас. Мертвым нечего делать в театре. Здесь оплакивают персонажи пьес. Ромео, Джульетту. Офелию, Гамлета, Сирано. Цезарь, я знаю, что я должен сделать. Я должен поставить Гамлета. Давнишняя мечта. Где отради одной сцены? Сцены с матерью. Это самое прекрасное. Это самое сокровенное из всех театральных сцен. Я, знаешь, возможно, я ее плохо сыграю. Что? Нет, я слишком хорошо знаю эту сцену. Мама. Мама похожа сейчас на маленькую девочку. Уснувшую. Девочку, которая хотела жить. Не жила, не умела, как все мы, хромая между обязанностями и страстями. Да, офицер. Они так же, как и мы, остаются детьми. А мы хотим, чтобы они были нашими матерями. Надо быть взрослее их, офицер. Жизнь протекает не в хронологическом порядке. Все происходит одновременно. Вот иногда человек задает себе вопрос в 20 лет, а Бог отвечает ему в 60. В тот самый миг, когда он сыграет в ящик, а вот все, что было между этим, ерунда. Это ни на что не повлияло. Надо стоять над жизнью, чтобы не потерять из виду перспективу. Да, офицер. Вера! Он чувствует свое одиночество. Вот поэтому я предпочитаю говорить сам с собой. Таким образом я иногда себя смешу. Лет 30 назад повстречал я одну, она казалась мне подходящей. Но была проблема, я... любил ее. А с этого начинаются все неприятности. Что я решил ставить Гамлет? Thank you.
почему-то решил дать роль малому. Объяснить, что это за нелепая затея, ставить грамли. Ну как же, давнишняя мечта, к тому же мы стали богаче, можем себе позволить, мадам, меховой манто. Мы, конечно, все великолепную слугу. Они 7 лет служили графу Сомье, мы теперь сможем ставить настоящий прием. Поздравляю. Как дети, не скучают по дому? Нет, они в восторге от пансиона, у них замечательные комнаты, они ездят верхом. Ну, это дорого, конечно, немного. Но роскошь должна как-то оплачиваться. Ничего, им повезло. Папаша у них теперь. Со средствами. Слушайте, я не понимаю, на кой черт нам этот Гамлет? В Париже никто не понимает Шекспира. Он надоел всем на свете. К тому же, без всякого Гамлета у нас успех. Мы зарабатываем приличные деньги. Мне надоело зарабатывать деньги. И мне надоел такой успех. Это самоубийство, старина. Ты проницателен. Это самоубийство. Фисар, все готово к репетиции? Напоминаю. До премьеры осталось 8 дней. Сын идет сюда. Пожалуйста, построй. Я обещаю. Я слышу, он идет. Пожалуйста, построй. Не бойтесь, положитесь на меня. Вам раскрыться. Я понял. Он идет. Я слышу. Чем ты оскорбляешь своего отца? Матушка, это вы оскорбили моего отца. Ты отвечаешь дерзко, Гамлет. Ладно, матушка, вы говорите зло. Что это значит? Что еще скажете? Вы забыли, кто я? Нет! Клянусь, я спять его забыл. Вы королева. Вы жена брата вашего мужа. А также вы. Вот как бы я хотел, чтобы этого не было. Вы моя мать. Так. Пусть с тобой говорят другие. Я ухожу. С места стойте. Вы не уйдете. Не уйдете. Thank you.
самую сокровенную часть вашей души. Что ты делаешь? Он меня заколет на помощь! Что, Криза? Мертва. Что ты наделал? Я и сам не знаю, разве там стоял король? Какой кровавый поступок! Кровавый поступок, да, матушка? Почти такой же гнусный, как убить короля и выйти замуж за его брата. Убить короля? Да! Я так сказал. Прощай, несчастный глупец. Я принял тебя за более важное лицо. Ты слишком суетился. Это вредно. Перестаньте ломать руки. Перестаньте ломать руки. Не надо, не надо. Успокойтесь. Успокойтесь, успокойтесь. Я сердце ваше сломаю. Здесь оно все-таки еще способно чувствовать. Жюльетта, ты что, собираешься так играть? Ты будешь смеяться весь моим шум. Знаешь ли, Гамлет не мелодрама. Нет, это мелодрама. Все, что правдиво, мелодрама и Гамлет так же. Продолжай текст. Что? Я такого сделала, не таким тоном, не таким тоном, не таким тоном, умоляю тебя. Играй мелодрам. Что же я такого сделала, что ты? Ты же сама прекрасно знаешь, что ты сделал. Это же крик малодушия. Это крик женщины. Вся красота этой сцены в том, что перед Гамлетом женщина. И эта женщина его мать. Через минуту он скажет нежно, смиренно: не ложитесь в постель моего дяди. Удержись сегодня. И завтра воздержание будет легче. Я говорю это матери. Своей. Своей матери. И в этот момент я ребенок. В этом вся сцена. А как я могу сказать это тебе? Что ты знаешь обо мне? Гамлета ставить не будем. Десять лет я мечтал об этой сцене. 10 лет тому назад я поклялся себе, что я сыграю эту сцену назло всему Парижу, которому осточертел Шекспир. Ну что ж, будем играть, что попало. Будем снова иметь успех. Будем спать с кем попало, зарабатывать деньги так,
надо. Так. Надо? Thank you.